родильную стойку. Я тут. Что есть? Ну что, это есть там слоты еще? Есть, о, заходи, есть, заходи. Есть, заходи, мой солнышко. Давай, Шреддер, давай, пожалуйста, убери свои ДДшные трины. Это не тот босс. Тут мобы очень сильно шьют. Стамину давай ставь себе. Потом будешь в ДД бегать. У него нет стамины, у него, блядь, чешка ебаная. Ключ у него есть, и с гаражана у него есть говно это. Нету. Портись, покупай ключ. Понимаешь, сука, пати, блядь. Да заебал. Давай я потанчу. Пускай дамажит. Ну, нам бы тут и ДПС понадобился. Ну тогда пускай танчит. Да шить будут сильно. Ну блин, ДПС? Вы смеетесь, 61к. Его шить, его прощут. Два моба. Хотите ДПС, пикните. Ну давай, бой танка. Шреддер в ДД. У нас нет анхолика, и у нас 4 ШП в рейде. Это вот вам, пожалуйста, примерно... Если мы спекнем микстурку в анхолика, блядь... Алису можно в анхолика, да и все. Она, блядь, сейчас... Блядь, будем ждать, пока она сейчас анхолика нахуй сделает, блядь, да? У нее есть... Блядь. Я в ДДшном потанчу. Ну давай в ДДшном потанчу. Просто одно ЛП кинешь на босса там или что, чтобы на нем дебаф был, да и все. Анхолик не только апает шпешником, он апает также и других ДКшников, которые через болезнь. Флори баф по императору раздали. МК по императору. Я гадил. Что, царь вообще сгорел, да? Я тогда сразу Alt-F4 просто так нажимаю. Первым отдаем спул, правда? Ну, когда я поставлен, набираю агро, даю тебе. Эл-Рей, бычьи головы. Вы там с гимнами потом определяетесь. Даю отчет. Шаману только заливать буду, смотрите сами. Гера. Пять расколов выдерживайте. %25. Ой, блять, хаб, не подходи. Расколы. Так, сейчас будет сотка, готовься. Разворачиваем. Стопнули, дамаг. Заморозило. Переводи. Прожимки. Стопнули ДПС. По мобу стоп. Трэш, собираем танки. Под босса ставим. Беги, ёбана, урод. Ну, всё, уешь. Будет. Трэш. %50 готовимся переводить. Вы расколы не поддерживаете, я смотрю. Я варм себе. Стопнули люди. Стопнули ДПС. Агро собираем. Так. На вас меня заберите, блядь. На базу заберите. ПТШ собирайте, танки. И вина, раз эти. Треснул. Дайте баф. Дал пожим.
Тристан на ДРС, Джованни. Пейвинар СС скинули. Трейпом мы вам 50% уже готовимся. Готовься переводить. Стопнули ДПС. Да не. Ну не, это ва. Бред. Падаем. Диван. Кто нахуй инхолика валились, блядь? Не, нихуя. Да там три моба убивают. Нам надо какого-то на постоянку анхолика ДДшить. Тут еще хэпало бы хорошо. Да, вниз. Ну вот, просто для сравнения смотрим. Сейчас я... всепожирающая чума 12600. Без этого она у меня 10к бьет. Разгоняю я ее при нормальном рейде, при нормальных обстоятельствах. Ушли все оттуда, мабуша сагрится. Но... Ушли все, блядь. Беспощадная всепожирающая чума. Просто бьет у меня, ну, сразу бьет у меня где-то примерно без анхолика 12-13, вот, пожалуйста, 17-600 под анхолик. И это ни у одного у меня в ШП. Шкаф поставили. Ну, можно Алису на холипала, Мосу в кота. Блять, ну, где, сука, Сомалис, когда он, сука, нужен, уёбок, блять, он даже 25 уже играл. Он сказал сегодня. С него бы грохуй сорвали, блять. Угу. Я не мог даже Армсом, блять, в РБК вчера в него сорвать, блядь. Да там он не говорил, блин, страшные цифры летят. Пошли все в угол. Забьем моба. А вы на пулы давали на этих четырех мобов? Ебать, я упал, сука! Шкаф поставьте, челана за сумоним, блин. Я прибегу, бойте своих мобов спокойно. Просто я смотрю, там Элрей на микстурку напуливал, а Мулапро на Войда. Войд, надо держать вам по два моба. По три моба вам нельзя держать, вас убьет нахрен. Какая разница, на кого напуливать? Я напуливал изначально, блять, босса при переходке, но несколько следующий... раз чуть не ушел. Какого вы хуя тут толпитесь? Пошли моба убивать, на. Там БДК и ЛПшка, и одной-две ЛПшки наберет сам агро на боссе. Надо мобов напулить, чтобы они по рейду не пошли. На двух танков, которые их танчат. Ну так давайте, я давал вообще-то в перерывах на эти самые. Войд, на пул это не панацея, если в них въебывают сразу с проходки, бля. Бред, отходим. Почему, отошли. Сука, сидит пол рейда и тупо срет там, блядь? Я сейчас всем, сука, ГП кинул, кто там стоит. Сюда отошли. Ждем следующего моба. Какая нахуй разница? Просто идите с этим мобом к месту, откуда мобы выходят. И бейте, а уешьте, и они убьют. Забили его. Вот, как мастер идет. Вот идите туда. Давай я раскол. Следующий сейчас выйдет. Забили его. ДПС, нахуя. Блять, ну у нас разных мобов просто хуярят. Череп, быстрее нахуй. Мы сможем. Ура. Еще раз. Ну, повторением отключения, как говорится. Как видимо, говорится, да. Нехуй было пулить лишнего. Да, это да просто турбо. Ничего страшного не произошло. Так беспокоитесь за это. Мы побили на одного моба больше. Блин, ну босс вообще сильно шьет. Одуреть, я сейвы даю просто по КД. Конечно, так должен каждый танк делать. Для чего им тогда, блять, сейвы, ну? Ждем рыбу. Блять, у нас два нахуй. У нас три, блять, маскила, блять, один соло таргет. Поэтому, блять, вас еще там нужен хулипол. Тебе надо что-то с гидроса? Та дед новый арду на соло хил.
И все. Он жизнецет постоянно держал, типа того, но они знают. Масса. Соло отхилишь? Ну, как соло? Соло таргет будешь хилить? Ну, это нужен спек специально делать. Ну да, это надо, блядь. Так-то да. Так-то спек надо делать. Ша императора, блять, можно спекнуть. Да. Ну тогда уже фолдшар лучше спекнуть. Да нет, ты угораешь, фолдшар. Да ладно, успокойтесь, я спекнусь, а то тут орут, что смысл нам отхилена. Вот и все, спасибо. Смысл от тебя схила, блин. Там в натуре хули пал нужен. Надо что-то придумать. Короче, ДПС хватает, смотрите, думайте, кого. Я был очень... Блядь, у меня нет, у меня, сука, третьей карты нету на половине. Да поебать, пошли так убьем. Алиса, у тебя... Ой, у нас идет РТ, пробуем так. Что там, не знаю, сука, определенных типов, определенных танков посадите и все. Что в приоритете я было. Я говорю, Алиса, у тебя на одном аккаунте этот паладин? Давай мне аккаунт из душа с твоим паладином. Паладина или ДК? Паладина. Блять, надо Рела, наверное, скинуть, да? Тогда ДПС, наверное, не хватит императору, если хватит, ты еще в хила хватит. Пойдешь. А, не, ему не надо в хила, нет. Про это и говорю, если его в хила. Мы не успеем просто этих трэш залить тупо. Лутера поменяешь, что лутер на меня висит. Поставьте шкаф. Ебать, нахуй, что это за пароли такие? Да я сам охренел. Про аддоны не за... когда заходить будешь. Ну этот пароль придумала не я. Чё там за пароль? Я люблю тебя. Ой, так ой. Что? Антуха, назовите Мосов. Мне пароль. На горшке сидел пароль. Мосов ДД, спекаем. Мосов ДД, да? Да. Ух, сука, сколько аддонов-то, бля. Моса, слышишь? Этого в кота. Чем больше аддонов ты видишь на аккаунте персонажа, тем менее скилловый его владелец. А ты уверен, да? Что ты не на ДК зашел? Царь, у меня для рельса на циркуле стояло около 12 аддонов, чтобы, блядь, все видеть. Как ты думаешь, я говно или как? А ты неплох. Да. А? Тупо, чтобы рейлить. Че ты там зашел, че не? Да я аддоны отрубаю. Power Source, блядь. У нее там третий кат хоть есть? Есть, есть. Даже у нее лишь на закрытый. А, да, она в 25 хэйми убивала. Мастер, сколько тебе до паладина третий кат? А он им вообще играет? Да, вообще. Так, а мы в этот в око не ходили, да? Сегодня. Завтра. Ну, окей. Так, а Джайну мы не пойдем мочить, да, в среду? Да, ты шо, рухнулся? Да не, я тоже ой, думаю, что... Кто-то тактики знает, блядь. Я знаю посредственно очень тактику. Я на первую фазу только знаю. Ой, блядь, у них конченая, сука, раскладка. А, блядь! Стик на сумон. Конченая раскладка кнопок. Я видел. Мастер, я скрин видел. У меня самому блевать хотелось, ну ладно. Я каждому не про своё. То, нахуй. Я не про то, я про другую хуйню. Блять, ты на своем хп посмотри. Сейчас, дайте я хилбот настроен. Это пиздец, это 20 тысяч хп. Ну-ка, открой, в чё там усилки перекинуты? Вдайте сразу по мастеру Алиситера. Ты не поверишь, но даже в интеллект. Так, секунду, сейчас, блять, расставлюсь. Дай перекур. Тайну, еще раз говорю вам, нужно много демаги, пиздец как. И тактики пиздец сколько. Бу, блядь, прям очень бомба, много, да? Тактики, очень много демага. У нас пока демага столько нет. Можно даже туда не соваться. Демаг нужен убить Вайши, если мы убьем Вайши, уже демага хватит на Джайну.
А мы ее, блядь, даже близко, блядь, не переводим. Чулан, чтобы убить Вайшу, у нас есть для этого состав. Вайшу вся проблема — это страйдеры. Все. Это вот эти вот, которые выходят за осьминоги ебаные длинные. Смотри, я император с турбо. И еще одного какого-нибудь хорошего Виби, допустим, РДДшника ставить на страйдерах, мы будем их просто заливать вчетвером на изи. И мы будем убивать Вайшу. А пока нет вас, остальные ДД должны убить другой трэш. Им тоже нужен дэмаг, понимаешь? В смысле? То есть ДПСер не может... Кто зашел на ДДшник, этот аккаунт, блядь? ДДшник не может слить моба. Попробуй еще раз. У которого 350 это то? Понял. Сейчас, все. Потом расскажу, что было последний раз на Вайш. Я не знаю, но, по-моему, насколько я смотрел по видео, у этих Асгардов, у них 350 тонн и 450, по-моему, у этих зеленых. Что, 350 тонн так пришлось снести? Так, чешка, сюда, нахуй. Блять, на, сука, что за расстановка ебучая, блядь. А где просветление, на? Вот просветление. Шлем всадника нахуй поставить на раскладку. Это пиздец. Ребят, это пиздец, товарищ. Ну туда нечего было поставить. У меня эта кнопка, короче, я не знаю, как так происходит, но она автоматом постоянно нажимает. Так, что там балкон? Что тут вкачано? У тебя даже кулаки не вкачаны. Я тебя понял, да. Шреддер кулаки нахуй, оказывается. Нахуй тоже. Кулаки нахуй. Я постоянно с этого угораю просто. Меня просто рвет аж. Не, ну мастер хорош. Это фигура речи. Да. Мастер, ты видел, что я тебе написал? Кто меня в гнома превратил? Идите в жопу. Посрать. Так, где мой гоголь-моголь? Сороться этого. Не хочу быть гномом, тем более в пиратской шляпе. О, таким. Рыба, можно... поставьте, пожалуйста. Ну, мастер, мне кажется, это как этот, знаешь же, ИВК на второй фазе ануба хилить. Частица на МТ и одного второго хилишь, двух танков и все. А я на танках буду тупо сидеть, пошли его нахуй. Так и надо. На мне сиди. Вот ты, блядь, я думаю, нахуя, вот, блядь, вот нахуя такую чарку, сука, на бот. Даже ее, блядь, это не спасает, хп нахуй не увеличивается, нихуя. Надо на скорости, потому что, ну, надо из зимы выбегать быстрее. Блядь, чё это нахуй? Давай. Ты думаешь, у меня лучше давай есть? Давай, открываем босса и все, блин, ребят, давай, время идёт. Ой, давай, а, перекинь этот. Да, пускай там кто-то зайдет, пидор еще какой-то на этот аккаунт нахуй заберет шмот весь. Так. Надо в хилботе, наверное, пати отключить, правда? Восьмое, блядь, а то буду путаться, мы. Сука, еще надо найти, я это, блядь. А, рейд. Все готовы, если что. Надо женить. Надо. Давай отчет выйдешь. Так, отчет на 10 секунд. Да? Давай. МК где? Сомер. Продал царю, блядь. На мне тоже МК. Блин, прибыл этот. Ман, там 5 стаков, если что, поддерживай, если надо. Я их не вижу. А, ну ладно. Можешь напоминать, я буду поддерживать. Да я, блядь, на трэже буду смотреть.
Приготовься. 50% готов. Переводи, стопнули ДПС. Блять, стопнули ДПС, я сказал. Ну доты на нем висят мои, понимаешь? Классный, пока не пиарит. Уход в тень прожимаешь? Да ты шо, расскажи мне, а? Я не тебе, я классный. Нашу умерла. Да мне раздраконили. У тебя же слабое сердце, чё ты так агрис? Можно, пожалуйста, заткнуться? Пожалуйста. Почему только Вайда пробивает, Эвинар? Ты мобов держишь? Ну нет, баб. Мой посол, прости, сейчас у него вода падает. Когда переведем, надо бейрить. Импас ману мне залей на хумбы. Мобов быстрее. Мобов собрали. Быстрее, быстрее. Алло, классный ресети. Чулан, Берти. А мне это хрень. Кто-нибудь другой. Я встанок периодично. Надо далеко, я не добегу. И заморожу рейд нахуй. Мосса, рейс не сбегай. Назрей. Где у Алисы крылья, блядь? Секунда сотки. Быстрее мобов добейте. В мобов посерьезнее играйте, блядь, мы же вайпнемся так. Меня убило, блядь. Имбас, бэр, хумбэ. В одну точку ставь, Алиса, мобов. Говори, кому петь на ману. Царь на ману. Вот, молодец. Сейчас поиск пройдет. Я позарю 7 секунд. Шредер упал. Шредер, Абер. Чувак. Ну, это протопал, да вышло хорошо. Эти бафы по хулипалу и попал он вообще инту там, чтобы маны было. 3 секунды переходка, стопаем. Стопнули, стопнули. Стопнули ДПС. Меня опять убило. Пойдите на. Да все бьем просто на танк. А в другом месте царь, фу, царь. Мастер стоять. Надо, убивало. Я ж, сука, даже крылья так не могу найти. Надо в другом месте стоять. Они у меня в макро сяли. Крылья в макро стоят. О, боже. Еще пистол гимноман. Теперь понятно, почему она, да, бабл не прыгает. Вайда прохилс. Вайда одного забери. Алиса. Больше в трэш. 10 секунд до переходки. Ну, так... Сильнее убейте трэш. Тут трэш надо убивать. Стопнули, стопнули. Разошлись. И сколько прокил, 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 прокил. Алиса прокил. Танков на фул держим на этом рейтинге. Виби умер. Надо стопать это. Винар прохил, Вайда прохил. Прожимка есть. Да, можно под руку не говорить, кого хилить? Четыре минуты броса. А как, как? Мы успеваем, просто трэш бейте.
брал с собой. 20%. 100%, готовься, готовься, переводи. Переводи, Бомбада, переводи. Крылья повойду. Нормально. Микстурку, микстурку, прохи. Переходка, переходка бомбов. Бомбов собрали. Стопнули по бомбам. Турбо упал. Живых нет, могу упасть. Войда прохил. Держим танков на фул. АОЕ бьем. АОЕ шим быстрее. На 5 лямах, блядь, после переходки сразу в боссу вы повливаетесь. У вас до берсы еще дохуя куча времени. Пел. Аманы кто-то. Ой, назад, гимноману. Бэ, заберите трэш с Алре. Кто-то прохил. Забрал. Войд упал. Войда, блин. Давай, Аншо, войско, да. Войско давай. Может этот трэш побегает? Давайте войск. На войске. Да все. Добейте, добейте, сейчас добейте, захильте двух танков. Добейте просто, переведите босса и фулл дд в босса, 8 лямов добьете. Переводи босса, бля, 100%. Переводи трэш, ну Алису не... захил. Захил Алису сильно. Бить бомжи трэш. Есть у кого? Дайте бомжи, не бить, если не есть. Бить трэш, только босса зергайте, 7 лямов, вы добьете нормально. Все, микстурка Гро набрал, просто фулл дд в босса, 6 лямов, сейчас добьете. Только хильте. Только хильте хорошо и все. Фулл дд в босса, 6 лямов, 5 уже. Все, успеете. Прожимки отдайте, танки все. 10 секунд, 15 даже. 2 танка хильте хорошо и все. 4 ляма сейчас добьете. 50-ка сейчас будет. Но... Есть крылья у кого хилы? 2 ляма. Да там на сотке, на микстурку. Микстурку похилте по хорошенько. Переводи сотку, готовься. 2 ляма. Не переводи. Не надо переводить. Просто добивай, просто добивай. Фулл деф и на микстурку отдайте. Я дал все. Все, 800 деф. Тысяч добейте. Все. Я лег. Да, всем насрать, ресните меня. Пожалуйста. Нуленько не тихо, пожалуйста. Да, это Трини когда-нибудь упадет, но. Танковская или какая? Ловская, блядь. Ловская. Ты че, она вообще имба Трини. Ну, по идее, лут говно. Нахуй мы этого босса делаем. Сегодня все. Кто зашел, сука, на этот аккаунт? А, я, видимо, вот по IP удаляю, тебя кикает. Ой, блядь. Сука. Че, серьезно сидишь, я во время рейда IP удаляю? Есть какой-то промежуток времени, типа, есть. Когда нет подтверждения, в течение минут 15 кикает или типа того. Там есть такая лажа. Че, босса имбасу давать? Или тебе, а ты же мейн хил? Давай. Хороший наруч. Давай мне ассистом. Солдат гнездо еще. Алису пикни свои. Да подожди. Так, что, я спать, давайте, там. Да. Ну, ой, давайте, ой, блядь, на... Завтра на работу, нахуй. Все, давайте. Сейчас этот шлак раздам. Так, грудь надо кому-то, нет? Скай, Фил. Сколько ЕП? Сколько? 4 босса. Это на НК. 4000, да? Да. 4500. Кто даст? Я дам. Сделаешь себе, чувак, Лена. Бесплатно. Это самое. Блять, у меня 3 часа ночи. Пойдет кто-то на трэш у ока, отдаю воронки бесплатно. Оставайтесь в рейде, кто хочет получить воронки. У кого есть Т5 открыть? Пахивает наебалово. Где-то часик может быть, побегаем, побьем трэш. Я